Смотрите в пятницу, 25 августа, 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программа «О животных хочу домой». Вы увидите в рубрике «Видеовизитки» информацию о собаках, которым ищут своих владельцев. Они готовы уйти из приюта прямо сейчас. Спорт для собак всех пород, в том числе и метисов. Соревнования по спасению людей на воде. И гости в студии Ирина Байкова, председатель правления некоммерческой организации клуба охотничьего собаководства «АССА». И Ирина Филиппова, кинолог некоммерческой общественной организации «Самара зооклуб» имени Юрия Панарина. Тема разговора – контроль со стороны государства за разведением породистых собак и решение проблемы бродячих собак. Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу 25 августа в 18:15.